Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня мы с вами находимся в Белгород-Днестровске. Это Днестровский лиман. Мы находимся на причале номер один. И здесь будет проходить второй семейный рыбацкий турнир «Все для клёва». Место тут очень живописное. Вон она, там за деревьями, видите, находится крепость Акерманская. И место считается очень-очень живописным. Сюда мы приехали. У нас будет 18 команд, которые бороться будут за главный приз нашего турнира. Ну а пока, мы готовим шашлык. Наши ребята готовят. Это Андрей. Андрей? Ну а кому? Ну, а? Зря вы не приехали на наш турнир. Да. Смотрите. Это благодаря нашему спонсору компания «Мясолюб» выделила нам мясо для участников нашего турнира. Снимайте, я стесняюсь. Да, я понял, хорошо. Вдали вы видите Акерманскую крепость, друзья мои. Здесь причал, стоят такие суденушки. А завтра мы будем проводить здесь соревнования. Сегодня отдыхаем. Сергей, команда Карпидоны, да? Нет. Команда Рыбацюги. Карпидоны, Рыбацюги. Как вам сегодняшний денечек, вечер? Шикарный вечер, культовое место, такое знаковое, Белгород-Днестровская крепость, такая заводь, люди отдыхают, вот люди настроены на отдых, на релакс, поэтому аж прям рыбачить сильно, изучать местность, прям аж не хочется. Сейчас настроены на шашлыки, ага. На шикарное времяпрепровождение, знакомство, новое знакомство, живое общение, что самое важное. Вам, Александр, низкий поклон за это. Митя, расскажи мне, ты готов завтра побеждать? Да. Да? Стратегию только не говори. Да, стратегию не говорю. Скажи, на какую рыбу ты рассчитываешь поймать? Карпа, карася? Карась. Подлещик, тарань? Лещ. Плотва? Не? Нет. Понял. Карпа, карась. Ну, я тебе скажу больше. Значит, когда спортсмены в таких соревнованиях рассчитывают на карпа, они обычно проигрывают. Но если у тебя есть какие-то стратегии, какой-то такой секретный секрет, то тогда лучше не рассказывай. Завтра мы сами все увидим. Правда? Не, у нас надо точно крупный карась и карп. Вот так у нас. Ага, ну все, хорошо. Друзья мои, вечерняя тренировка команды Кеды и Буцы поймала карпика. Он такой красавец. Ух ты! Красивый. Да, хороший. Красивый. Молодцы. Нашли секретик? Да, нашли. Да? Ладно. Завтра посмотрим в туре, будут ли они ловиться. Да? Там один. Неофициальная часть турнира «Все для клёва» началась. Ура! Ура! Открыто. Рыбу распиваем. Да. Поэтому давайте выпьем за... Будь готовиться. Встречу. За нашу встречу. За знакомство. И чтобы это знакомство было приятно. Ваше здоровье благодарить. Потому что «Все для клёва» – это клёво! Ура! Шашлык просто сумасшедший. Да? Поэтому мясоеду привет. Спасибо большое. Огромный. Ну, от всей компании «Все для клёва». Шашлык да. Очень классный. Шашлык да. Для клёва – это очень клёво. Да, мы уже клюнули. Да? Клёво – это что, завтра надо ловить? Спасибо компании «Мясолюб».
да, которая нас угостила шашлыком. Мясо просто бомба. Говорить некогда. Да? Надо есть, да, пока есть. Предлагаю тост за знакомство. Мы Торнадо, команда. Да, нас четверо. Шестеро. Нет. Есть... Восьмеро. Двенадцатеро. Нет, есть Торнадо и Торнадо один. Так. Вот. Паша, Татьяна команда... и Арсений. И Торнадо один. Макс, да, Наташа мы. И Ваня. Давайте выпьем за знакомство. Замечательный тост. Прекрасный тост. За знакомство. За знакомство. Давайте. Меня зовут Стас. Маму зовут Лида. Папу зовут Сашу. А сестру зовут Кристина. Это главный координатор, скажи. Да, главный координатор. Команда как называется? Команда Рыбач... Ой. Морские котики. Морские котики, а. Ура, морским котикам! Команда Белый и Лиса. Белый и Лиса. Рванить не умею. Надежда вся на белого. Участвовали в субботниках. Участвуем всегда везде. Любим рыбалку, обожаем. Такие мероприятия тоже очень обожаем. Очень рады вас видеть всех. Познакомиться со всеми. И всем удачи, ребята. Ура! Ура! Команда Клёв ОК. Рады вас всех видеть. Будем стараться завтра не упасть лицом в грязь. Зовут меня Денис, жена моя Наталья. Привет. Будем приятно. Ура! За Клёв ОК. Команда называется Шау Куб. Я надеюсь, что на этот раз мы выиграем. Молодец! Ура! Молодец! Как тебя зовут, скажи быстренько? Кирилл. И папу? Андрей. Ура! Передавай дальше там. Будем знакомы. А вон же там. Что не мог рассказать? Были. Да, да, еще вот команда. У нас команда там еще. Вот. Команда, иди сюда. Иди сюда, чтобы я вас видел. Команда, иди сюда. Хорошая команда. Команда называлась Аквадискотека. Ну это в первый раз, да. Первый раз мы назывались Аквадискотека. Но не поперло, да? Да, да, таскай ты. Да, мы переименовались. Теперь мы кеды и бутсы. Как решил. Как решил Максим. Вот. В прошлый раз мы заняли третье место, почетное, но не первое. Поэтому в этот раз мы будем бороться за какое место. У вас сегодня тренировка была. Да, у нас сегодня была успешная тренировка. Напугали. Надеюсь, завтра мы такую же тренировку покажем. Это вы взяли карму? Покажем. Да, да, да. Да. Хоть скажите, ну сделайте нам бонус, на что? А, да сейчас. А нет, мы секретики не рассказываем. А кто из вас играет в футбол? Все. Все. Он футбол, я волейбол. Супер. Кеды и бутсы. Так, следующее. Я помощник организатора, а она же жена. Команда? Мы команда О и Ко, Олег. Это я и компания подъедет, которая завтра. Вот, это мои дочки. Мы первый раз участвуем в семейном турнире. Ну, я вам скажу, первый раз... Бойтесь, ребята, бойтесь. Бойтесь. Не, ну не слишком бойтесь. Ну так, побаивайтесь. Не надо меня недооценивать. Согласен. Так, хорошо. Так, Торнадо были. Так, ага. Решите, я представлю эту команду. Это чемпионы первого турнира семейного «Все так клёво». Куда кидать, да. Куда кидать. Дима, расскажи про команду свою. Ну, мы особо не знаем, куда кидать. Я не знаю. Кидайте в воду. Я Дима, жена Аня, сын Ваня. Вот он. Подвернул ногу, но ничего страшного. Руки на месте. Так, ну вы определились. Мы расстроены, что мы в Корнелиевку приехали, и там был большой баннер. Кидать сюда, а тут нету. Поэтому мы будем... куда-то кидать. Понятно. Главное, не людей, а то все хорошо. Главное, хорошее настроение. Да. Хорошо. Я в первом турнире не был, но услышал тут такую фразу, куда кидать. И у меня сразу такое впечатление. А рыба-то где? Я назвался специально так, противовес вас. Я ваш соперник. А рыба где? Что-то Даня... И Валентин. Да, Даня и Валентин. А рыба где? А рыба, да. А рыба где? Нет. А рыба там. Будем искать. Хорошо, так, следующие.
Мы команда Баунти. Баунти. Вот. Мы приехали сюда не за рыбой, даже не за первым местом, просто отдохнуть. За впечатлением. За впечатлением. Я рад, то, что... На первом турнире участвовал, да? Да, на первом турнире мы участвовали. Я рад, то, что этот стол вечерний, да, можно сказать, удлиняется с каждым разом все больше и больше. Свадьба расширяется. Да, свадьба расширяется. Это супер. Вот. Желаю всем удачи. Спасибо. Спасибо. Торнадо. Хорошо, подожди, торнадо. Вот торнадо один ничего не говорила. Вот, вот реально. Да, да, да. Что ты приклеилась, номер два. Я вообще первый раз на рыбалке, поэтому. Это тоже хорошо. Это тоже уже хорошо. Это заявка на успех. Да, это, кстати, да. Везет новичкам и дуракам. Будем надеяться, что новички. Ну, команда торнадо вообще имеет глубокие корни. Мы занимаемся тэквондо. И нас много. Нас много, поэтому бойтесь нас. Да, у нас молодые. Пока что нас больше. На поломанных ногах далеко не убежишь. Но у вас кепочка все для клёва, я знаю, поэтому у вас все хорошо. Да. Но футболки у нас торнадо. Я вас понял. Татьяна, Павел и Арсений. Это торнадо. Мы в прошлом сезоне были... Какая у вас была? Серебряные. Да, второе место вы заняли. Призеры, да. Призеры, да, получили приз. Еще его не, да, реализовали. Не реализовали, да. Нет. Мы можем и по тэквондо турниру. Нет, у вас от Коматека, я так понимаю, есть подарочный сертификат. Да. На 1500 гривен, правильно? Да. Вы его еще не реализовали. Не реализовали. То есть вы решили взять еще один и потом уже сразу же... Чтобы у нас на команду десяточку. Да, да, я понял. Мы хорошо. Костюм, да. Молодцы. Мы поэтому потянули. Правильно. Еще. Пришли и разговаривали. Еще на один приз. Правильно, да. Молодцы. Чтобы нас побольше было. Правильно. Побольше призов. Побольше призов, да. А в следующий раз тут половина команды торнадо будет. Да. И тренера возьмем. Правильно, и тренера, правильно. Да. Молодцы. Тренер принимал участие в субботнике. Да. Но в связи с тем, что у него тренировки, он не может с нами вырваться. Вот так, вырваться, да. Так, друзья мои, я хочу сказать, что 19 сентября у нас будет субботник на Днестре. Сразу хочу сказать. Это у нас будет день чистых водоемов. Это всемирный праздник. Не праздник, а день. Всемирный день чистых водоемов. Готовы побеждать? Конечно, всегда и везде. Мы готовим оснастку, а вы готовите завтрак, да? Да, каждый занят своим делом. Здесь находится все для клёва. Будем менять ландшафт. Есть, как это нет. Что делаешь? Что она тебе рыбу дала? Только все перепутала. Ползают, вообще не хотят на рыбалку идти. Вот так, да, отлично. Это ж практика заброса. Правильно. Если забросил, можно уже закрытые глаза. Да. Это сразу дело в густёрке. Да. Тут главное получить практику. Практику, конечно. Конечно, можно сидеть так дубинить и ничего не поймать, и ничего, ничему не научиться, правильно? Конечно. Папина школа. Солнце, как тебе услуги такие? Да, вообще сервис на высшем уровне. Все благодаря Рыбацкому краю.